Так, всем привет! Сегодня 8 мая. Пришло время обрызгивать черешню. Тем более, что уже этой вишневой мухи есть куда откладывать свои потомства. Вот уже черешня такого плана. Вот. То есть уже потихоньку нужно готовить, опрыскивать, обрабатывать черешню. Нам немножко обещали дожди, ветер южный, вот с той стороны у нас ничего такого большого, ну а над нами, уже надо мной вернее, тучка такая, моросит чуть-чуть дождь, люди дремецентра это по отчету они, видать, получится, что угадали, но для меня это не критично. В этом году я немножко меняю хронологию, периодичность, и меняю немножко препараты. Поскольку мне нравится Angio, он тем более контактный системник, что это хорошо, буду начинать с системника, с Angio. Обработаю Angio, а потом уже по окончанию его работы немножко усредню, дам поправку на жару и так потом обработаю контактником, то есть актеликом. Актелик — это контактник, он частично смывается дождем, ну и по крайней мере, когда Angio системник распадется, естественно, чего-то возможно останется, до самого созревания ягоды он окончательно распадется, а контактник он не будет, не проникнет в дерево, в растение. То есть большого такого ущерба моему здоровью не нанесет. Вот. Так, вот я уже заколотил Angio. Это препарат системного действия. От Сингента, Швейцария. Хороший инсектицид, как по мне. Вот. Срок ожидания вам видно. Томаты 20 дней и картошка. Лук, капуста 14 дней. Ну, в принципе, как раз хорошо. И делаю баковую смесь. Добавляю Топсин-М. Да, фунгицид системного действия, опять же, вот. Поскольку я обрабатываю вишню, черешню, вот, смотрим, вишня, манилиоска камикоз, 10 грамм на 10 литров. Вот, это то, что доктор прописал. Это будет баковая смесь на 10 литров. То есть два препарата 10 литров. Это инсектицид от насекомых вредителей и фунгицид от болезней, от кокомикоза и манилиоза. Вот. Буду я обрабатывать. А с вами я прощаюсь. Желаю хороших урожая, поменьше болячек на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!